heaven on earth. Прославьте его так громко, как только можете. Его имя выше всех других имен. Аллилуйя. У нас есть причина радоваться. Наши имена записаны в книге жизни Агнца. 39 лет назад Иисус спас мою душу, и сегодня у меня есть причины радоваться. Я хочу, чтобы вы задумались на минутку, где бы вы оказались, если бы Иисус не спас вас. Подумайте о том, что Он сделал для вас. А вот почему мы собираемся каждое воскресенье и празднуем то, что Иисус сделал для нас. Прославьте Его еще раз на ТБН. Я приветствую зрителей ТБН, One Gospel, Praise TV, Facebook, YouTube и в исправительных учреждениях. Мы приветствуем Россию, Израиль, Америку, Европу, Индию, Китай, Пакистан и Африку. Это наше время и наш день. Мы готовы к чудесному 2022 году. Это будет удивительный год. И мы готовимся к тому, что Бог приготовил для нас. У меня такое чувство, словно я на ферме. Я был на свадьбе, и все были в костюмах. Я решил, что однажды тоже приду в костюме. Рад видеть вас сегодня. Спасибо, что вы пришли. Мы приветствуем Блумфонтейн, а также Йоханнесбург. Вскоре я встречусь с вами лично, а вы пока присаживайтесь одесную. В следующем году мы снова будем в Йоханнесбурге, Блумфонтейне и других местах. Мы ищем землю и планируем построить зал на 2 или даже 3 тысячи мест. Мы будем расширять Царство Божие. Мы не будем сидеть на месте без дела. Я хочу продолжить говорить на тему, которую Бог положил мне на сердце для 22 года. Эта тема — прорыв. Последние годы нельзя назвать хорошими. Я не буду говорить то же, что говорят ученые и предвестники гибели. Они видят, что происходит в Европе, независимо от того, сколько людей вакцинируются. Они найдут место и скажут: «Будет новая волна». Да, волна Духа Святого. Это волна пробуждений, прорыва, благословений. Воскликните «Аминь» во имя Иисуса. Ведь Иисус сказал, что мы не можем пророчествовать и не знать при этом жизни. Давайте поговорим о вашем будущем. Подготовка к 2022 году. Независимо от того, что скажут 16 декабря. Я хочу поговорить с вами сегодня о прорыве среди голода. И мы рассмотрим с вами Бытие. Итак, 26 глава с 1 по 6 стихи. «Был голод в земле, сверх прежнего голода, волны, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле. Вы не должны следовать за благословением, следуйте за Богом. Вы не должны бежать за деньгами. Ищите прежде Царства Божьего и правды Его, и все остальное последует за вами». Люди, которые ищут богатство, сталкиваются со скорбями. А вот почему мы должны искать прежде Царства Божьего. Бог обращается к Исааку. Исаак столкнулся со второй рецессией. Как многие бизнесмены, он думает: «Мне остаться или уйти?» И тут приходит слово от Господа. Я буду говорить об этом сегодня. «Странствуй или живи на этой земле. Я буду с тобой и благословлю тебя. Я благословлю тебя там, где поместил. Я буду с тобой. Если я буду с тобой,
то обращу проблемы в благословение, потому что я Бог прорыва. Господин многих прорывов, если ты будешь следовать за мной, я позабочусь о тебе, о твоих детях, твоем браке, твоих эмоциях, твоем будущем. Мы не переживаем Божие благословения, убирая Бога из уравнения. Сказано так: «Живи в этой земле, я буду с тобой, и благословлю тебя, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». Скажите, а кто из вас получал обетование от Бога когда-нибудь? А кто из вас считает, что этот COVID украл у вас часть обетований? У каждого это произошло рано или поздно, но 2022 год... обязательно будет годом прорыва. Если вы будете жить на земле, повиноваться Божьему голосу, следовать за Богом, строить жизнь на Слове Божьем и не будете движимы страхом, но верой, вы согласны? Отлично. В каждом прорыве есть часть Бога и человека. Мы говорим об этом сегодня. Там сказано: «Умножу потомство твое, как звезды небесные». Божье благословение касается не только вас, оно для поколений. «И дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался голоса моего». Мы, христиане, часто путаемся в этом, особенно если мы любим говорить о благодати, но не являем ее. Мы живем по благодати верой. Все. Благодать — это не учение, а личность. Это когда вы полагаетесь на Божью силу в вашей жизни. Это не какая-то маленькая доктрина. А вы слышите? Он говорит: «За то, что Авраам послушался голоса моего». Божья любовь безусловна. Второе. Ефесянам, 1 глава, 3 стих. Библия говорит, что Бог уже благословил нас всеми духовными благословениями. Галатам, 3 глава, 13 и 14 стихи. «Христос искупил нас от проклятия закона, чтобы благословения Авраама сошли на язычников». Мы получаем духа верой, мы были благословлены. Но мы должны получить доступ, а к чему, знаете? К благодати, к благосклонности. Мы должны получить доступ. Мы благословлены, но нам нужно получить доступ. Нам нужно получить доступ к престолу благодати. Бог не желает, чтобы кто-то погиб. Иисус умер за весь мир. Он пролил кровь за всех людей на этой земле. Но есть люди, которые не попадают на небо. А почему? Потому что они не получают доступ к благодати, не принимают Иисуса как Господа и Спасителя. Иногда мы думаем так: «Ну, Он сделал все, так что мне не нужно ничего делать». Нетушки, все это было до закона. За 430 лет до закона Авраам получает доступ к благословениям потому, что он послушался. Мы считаем себя умнее Бога, но это не так. Мы думаем, что у нас есть все ответы. Но ведь это же не так. Я знаю, что нам нравится защищать себя, но когда мы защищаем себя вне Божьей воли, нам приходится платить за это. Ребенок, ваш здравый ум, ваша духовность — все потому, что вы уходите. Божья воля — это не обобщенное желание, чтобы вы ехали куда захотите. О нет, Божья воля, она вполне конкретная. Итак, посмотрим Исаию, 48 главу. 17 стих. Бог говорит: «Я Господь, Искупитель твой». И что же Он делает? «Научающий тебя полезному» или «обучающий процветанию».
и ведущие тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Я не могу пойти туда, куда захочу, и попросить Бога последовать за мною. Нет, Он будет со мной, но я могу выйти из-под Божьих благословений. Я должен быть там, куда меня призывает Бог, даже во второй, третьей и четвертой рецессии, при величайшем голоде, даже когда наступит четвертая, пятая, шестая и седьмая волна. Мы прошли через предыдущие волны. Мы стали мудрее, лучше, сильнее. Мы завладеем воротами наших врагов. Мы победим во имя Иисуса, потому что действуем на основании принципов, которые выше принципов людей этого мира. Если вы верите в это, то скажите «Аминь» и прославьте нашего Господа. Аллилуйя. Итак, Исаак жил в Гераре. Об этом говорит 12 стих. Вы должны увидеть это. Это ключ, не чудо. Не пророк, махнувший рукой. Вы должны научиться жить по законам Божьего Царства. Мы хотим, чтобы все само упало нам в руки. Мы хотим получать прорывы и кричать «Аллилуйя!» Всего три «Аминь» на это. Всего три. А Бог говорит, «Тебе нужны не только мурашки. Делай то, к чему я призвал тебя. Будь там, где я сказал тебе быть. Исполняй мое слово. Ведь иначе мое слово не будет работать на тебя. Делай возможное, а я сделаю невозможное. Я благословлю тебя там, где говорят, что это невозможно. Я благословлю Африку, потому что мое слово не сдержать. Нет культуры, способной сдержать силу Божьего слова. Нет страны, которая может сдержать силу Божьего слова. Библия говорит, что слово Божие проверено в печи земли. Божье Слово стоит само по себе. Ему не нужно ваше одобрение. Ему нужна ваша вера. Богу не нужно ваше одобрение, чтобы быть Богом. Если вы умны, то будете делать то, что говорит Библия. И не будете считать себя мудрыми. Вы будете бояться, почитать Бога, повиноваться Ему. Мы говорили о Господине прорыва. Мы следуем за Иисусом. Как за Спасителем и Господом. Куриос. Что это означает? Начальник. Он начальник, Господин и Спаситель. Но когда речь заходит о Господе, нам становится некомфортно. Ведь мы хотим идти сюда, а Дух Святой говорит «Нет, иди туда». Мы хотим драться, а Бог говорит «Прощай». Если вы хотите ходить в том прорыве, что Бог приготовил для вас, то должны понимать, что Он придет так, как того хочет Бог. А вы можете получить прорыв на время или на поколение. Вы можете получить благословение на время или на поколение. Оно больше вас, вашего комфорта, контроля. Вы хотите сидеть в безопасности и думать о себе, но Бог думает не только о вас, но и о ваших детях и их детях. Он думает о бедных, о потерянных, о сиротах. Вот почему Бог желает благословить вас. 12 стих говорит, «И сеял Исаак в земле той». Я знаю, что вы слушаете, просто иногда я говорю очень быстро. Кто-то сказал мне, «Пастор, я вас не понимаю. Нам приходится повторно слушать проповеди». На что я сказал, «Вы получаете двойное благословение и не жертвуете при этом ничего, поэтому, но постараюсь говорить сейчас еще быстрее». Если бы все были как вы и ничего не делали, то я бы говорил так, дорогие возлюбленные. А вот чего вы заслуживаете. Это уровень ваших даяний. Вы получаете благословение? Хорошо, тогда я продолжу.
Ладно, это правда. Это партнерство. Если вам не нравится эта церковь, ищите другую. Если вы не уважаете этого лидера, ищите другого. Не можете поддерживать эту церковь финансово, ищите другую церковь. Садитесь на свой велосипед и уезжайте. Кто-то займет ваше место в следующем году. Это не игра, в которой вы приходите и проверяете меня. Я пытаюсь помочь вам. Итак, Исаак сеял в земле той. Какой? Земле голода. Бог говорит, я благословлю тебя. И что делает Исаак? То, что может. Он сеет. Когда? Во время голода. Мы говорим о прорыве во время голода. Как изменить ваш голод? Я говорю о вашем браке, эмоциях, финансах, отношениях. Он посеял во время голода. Что люди обычно делают во времена голода? Они держатся за семена. Они начинают действовать реактивно. Они оставляют их на черный день. Их зарплата становится сильно большой, и теперь налоги и десятина становятся для них проблемой. Но с Исааком все было иначе. Я немного спешу, ведь это важно. Мы говорим о том, чтобы подготовиться к прорыву в 22-м году. Все ожидают, что все будет происходить само собой. О нет, мы должны подготовиться к 22-му. А вот почему я не начинаю этот цикл в январе. Вы должны подготовиться сейчас к 22-му. Вы должны подготовиться сейчас, чтобы в 22-м все было иначе. Надеюсь, вы слышите. Если да, то скажите аминь. Итак, сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во 100 крат. Когда? Во времена голода. Когда у других были проблемы. Так благословил его Господь. Послушайте, это несложно. Когда он пожал? До того, как посеял, или после этого? После того, как посеял. Когда Бог благословил его? До того, как он посеял, или после? После. Мы знаем, что Божье благословение — это не нечто неосязаемое или супердуховное. Люди говорят, «Пастор, благословите меня, вы так благословлены». А что такое благословение? Это когда сам Бог дает вам силу, чтобы процветать в жизни. Сила, помазание, способность, благодать, ноу-хау. Бог создал вас, тот, кто вас больше того, кто в этом мире. Вам не нужна вода из Иордана. Я был у Иордана, и там почти нет воды. И вода там грязная. Это та святая вода, которую продают в Иерусалиме. Я буду делать так, как Иисус. Он плевал и помазывал этим людей. Вот она вам, святая вода. Африка, мы должны переключиться. Мы должны избавиться от всех этих безделушек. Хватит добавлять к Иисусу что-то. Хватит поклоняться Иисусу и предкам. Хватит поклоняться Иисусу и чему-то там еще. Мы должны серьезно относиться ко Христу. Мы должны принять Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Вот и все. Хватит искаженных истин. Лжепророки говорят, что вам нужно что-то для благословений. Да, нужно. Нужно ходить в повиновение, исполнять Слово Божие. Но хватит вести себя так, словно вы ничего не можете сделать. Хватит бегать и искать то, что уже у вас есть. Активируйте то, что Бог сделал для вас. Ведь так? Нет фермера, который ходит по полю и жалуется. А у меня нет урожая, если он при этом не посеял семена. Нет фермера, который ожидает, что его коровы родят телят, если он не приводил к ним быка. Ведь так? Все вокруг нас действует на основании закона сеяния и жатвы. Божье царство действует на основании закона сеяния и жатвы. Ваша вера высвобождается через закон,
сеяния и жатвы, Библия говорит, «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». В переводе Филлипса, послание к Галатам, 6 главе 17 стихе сказано, «Урожай человека в жизни полностью зависит от того семени, которое он посеял. Если вы недовольны своим урожаем, вам нужно изменить свое семя, а не оправдывать то, что вы не можете посеять семя». Итак, 13 стих, похоже, я не продвинусь дальше первого пункта. «И стал великим человек сей, или начал процветать. На это я готов. Вы все хотите контракты на миллиарды». Но этот человек начал с малого. Все началось с небольших перемен. Он начал процветать и возвеличивался больше. Это был процесс. В 40, в 50, пока не стал весьма великим в 50, он начал процветать в 20 и продолжил процветать. Но как? Полагаясь на Бога и благодать Божью. Что он делал? Копал колодцы. Он не был лентяем, он не сидел на месте, не кис. Он копал, трудился. Он делал то, для чего Бог создал Адама. 6 дней будешь работать, а на 7-й будешь отдыхать. Часто люди хотят отдыхать 6 дней, а работать лишь 1, и жить в изобилии. Нет, Бог говорит, послушай, молодой человек, если ты хочешь достичь чего-то, то тебе нужно подняться с дивана, взяться за дисциплину, за работу, посеять семя, и когда ты посеешь его, я буду с тобой. Вы копаете, когда готовитесь к экзаменам, когда делаете больше положенного, когда идете в зал, когда идете к 9 клиентам и получаете 9 нет, а 10-й говорит вам да. Вы копаете и копаете. Вы увидите, что именно это и делал Исаак. Бог благословил его. Он начал процветать. Он выкопал колодец, и филистимляне заметили его. Но он не позволял точки зрения людей определять то, кем он был. Он не действовал реактивно из-за апартеида или чего-то там еще. Он сказал, «Нет, я выше этого. Я живу на основании других принципов. Я живу на основании закона сеяния и жатвы. Даже если эта компания не берет на работу белых, я получу работу во имя Иисуса. Все потому, что я живу на основании закона, который выше политики людей. Бог будет благосклонен ко мне. Я стану исключением в этой компании благодаря Богу. Я буду жить на основании закона сеяния и жатвы». Что это означает? Это мои мысли, мои слова, мои дела, мои друзья, голоса, к которым я прислушиваюсь. Время сеяния и жатвы. Если вы будете сеять сплетни, то пожнете сплетнем. Если вы будете дружить с негативными людьми, то сами станете негативными. Библия говорит в первом послании Коринфянам, 15 главе 33 стихе. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». И это правда. Бог написал Библию. Не я и не вы. Вы не выше ее. А если вы считаете иначе, то живете в обмане. Я должен сказать вам об этом. Нейману пришлось смириться и окунуться, омыться в Слове Божьем 7 раз. Он посеял и продолжал сеять. Он процветал и продолжал процветать, пока не стал очень великим. Он не сдался, он не выкопал 1 колодец. Мы видим, что он столкнулся с проблемами, но потом он пришел в Рехавот, место благословения и прироста. Я верю, что Бог желает повести нас к этому, да? Из Мары в Елом, место прироста, но это не случилось само собой. Люди не понимают, что урожай — это Божья ответственность. Интересно то, что Бог дает семя сеятелю и хлеб тому, кто его ест. Бог дает и то, и другое. Божий урожай — это когда он восполняет нужду человека. После того, как тот посеял верное семя. Есть одна вещь, которую Бог не будет делать. Он не будет сеять семя вместо вас.
Он дает вам силу, власть, семя и хлеб. Но Он не будет сеять семя за вас. Это ваш выбор, ваша вера, ваше доверие. Посеять, а затем выкопать, пробиться через проблемы, трудности, пока вы не достигнете цели, места прироста. Бог желает повести вас в место прироста. Бог желает возвеличивать вас. Если вы верите в это, то тогда можете прославить Господа. Исаак процветал среди экономического спада. Только задумайтесь над этим. Он делает две вещи, на которых я хочу сконцентрироваться. Во-первых, он ходит с Богом. Я говорил об этом много раз и повторю еще раз. Вы ничего не достигнете без Иисуса Христа. Вы не можете отбросить Его, использовать Его как магазин, приходить к Нему, когда вам удобно. Вы должны ходить с Ним, пребывать в Нем. Слышите, да? Вот почему люди говорят, «Я больше не вернусь в церковь». Какие отношения у вас с Иисусом? Я не осуждаю вас. Вы пойдете по пути сенатора, да? Я здесь уже 39 лет. Где-то в это же время я курил первую сигарету с ужасного бодуна от гулянки. Когда мой друг сказал мне, давай-ка пойдем в тот маленький кинотеатр. И мы пошли. Прям с бодуна. Мы не знали, что там случится. И мы пришли к Иисусу. Вы спасены и искуплены. Не теряйте свою любовь к Иисусу, уважение к отношениям, которые Иисус дал вам. Аллилуйя! Не ведите себя фамильярно с Иисусом. Некоторые из нас стали бы убийцами. А что бы случилось с вами, если бы не Иисус? Исаак ходил с Богом, и в Евангелии от Иоанна 15 главе Иисус говорит, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой — виноградарь, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода, вы уже очищены». Через слово, которое я проповедовал вам. «Прибудьте во мне, я вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою. Если не будет на лозе, так и вы. Даже если вас зовут Джеки Чан, Джек Воробей, к примеру, просто прибудьте во мне, и я прибуду в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе. Так и вы, если не будете во мне. О чем он говорит? О плоде, который пребывает. «Я есть лоза, я Иисус, не вы и ваш ум, однажды вы умрете». Однажды у вас закончатся ответы, однажды вы не будете знать, что делать. Если вы не будете стоять на твердой земле, и придут бури, вы начнете искать Бога, хватаясь за все подряд. Вопрос не в том, будут ли бури, а в том, когда они придут. Меня не волнует, как хорошо все у вас сейчас. Сказано, все это написано, чтобы вы имели мир во мне. В этом мире вас ждут скорби. Но мужайтесь, я победил мир. Нет ничего лучше, чем знать, что вы в воле Божией. Бури придут как по воле Божией, так и вне нее.
Если вы будете в воле Божией, у вас все будет хорошо. Но если вы сомневаетесь в своих решениях, то я не знаю, что и сказать вам. Это будет не лучший день для вас. Бог не обязан ничего делать. Если вы живете в воле Божией, то находитесь в безопасности независимо от событий. Вы сеете, делаете то, что можете, потому что вы в воле Божией. Вы ищете Царство Божьего. Если вы думаете, что это легко, подумайте еще раз. Иногда воля Божья может пугать вас. Кому-то приходится садиться в машину и дважды за день проезжать по 100 километров, чтобы оказаться в Доме Господнем. А есть люди, которые живут рядом, но смотрят меня по телевизору. Пусть Бог благословит вас. Если вам нравится кто-то, вы идете за этим человеком, да? Вы бежите за ним буквально. Не он за вами, а вы за ним бежите. COVID не определяет наш уровень поклонения Богу. Этот бес под названием COVID не определяет нашего поклонения на земле. Мы жаждем Бога, и мы бежим в Дом Божий, чтобы поклониться Ему. Скажите аминь на это. Сказано, «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Слово «много» — это «мега». «Ибо без меня не можете делать ничего». «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, логос и рема, то, чего не пожелаете, просите». Ваши желания будут воле Божьей. Уповай на Господа, и Он исполнит желание сердца твоего. Но это не ваше желание. Он даст вам свои желания в сердце. Сказано, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас». «Чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Когда мы живем с Иисусом, со словами Иисуса, волей Иисуса, как Исаак, мы можем ожидать, что Бог поможет нам, благословит нас и умножит. Я прав? Так говорит Библия. Это Божье Слово. Если мы пребудем, слово «пребудем» — это греческое слово «мино», которое означает «оставаться», «продолжать», «жить», «представлять», «преследовать». Если вы хотите Божьих благословений, то должны бежать за Ним. Всего три аминь на это. Если вы поддерживаете связь с Иисусом, источником благословений, Он будет вести вас, потому что Он ваш добрый пастырь. Я не говорю о прорыве без Бога. Без Иисуса Христа. Просто забудьте об этом. Мы говорим о прорыве, который связан с близкими отношениями с Иисусом Христом. Сказано, что если мы не пребудем в Нем, то засохнем. А что это означает? Это означает уменьшиться, высохнуть, потерять энергию или силу, видение, потерять свежесть или остроту. Многие потеряли свежесть и остроту ума из-за ковида. Как вам вернуть ее? Вам нужно вернуться к самому Иисусу. А для этого вам нужно вернуться в поместную церковь, поклониться Богу, даже если вам придется 40 минут просидеть в пробках. Вы не жалуетесь, когда везете своих детей в школу. Так почему же в воскресенье? Самый важный день недели. Для вас это проблема, и вы не знаете, поедете ли вы в Дом Господень, чтобы поклониться Ему или нет.
Или вы говорите, «Я буду служить Богу с помощью современных технологий». Как? Почему? Почему Иисус так быстро отодвигается на второе место? Почему мы так быстро хотим, чтобы Иисус соответствовал нам и нашим путям? Вы можете быть благословлены, но вы забываете о том, как получили это благословение. 40 лет назад, когда у вас не было ничего, вы служили Богу, приходили в Дом Божий каждое воскресенье, ходили на ячейку, вам было мало. А теперь вы живете в благословениях и смотрите меня по телевизору. Я ваш пастор. Но я хочу сказать вам, братья и сестры, вернитесь в Дом Божий. Вы должны вернуться в присутствие Божие. Сейчас вы можете думать, что это нормально, но это не продлится долго. Вы уже потеряли страсть и жажду. По воскресеньям вы катаетесь на велосипеде, играете в гольф. Вы забыли, откуда пришли ваши благословения. Так вернитесь к Богу. Вернитесь к Иисусу Христу. Вернитесь к тому, с чего все началось. Вернитесь к тому, с чего все было начато. Вернитесь обратно. Вернитесь к тому, кто принял вас. Вернитесь к самому Иисусу. Другого пути нет. Если вы исключаете Его, вам приходится платить цену. Если вы возноситесь, вам приходится платить цену. Вы думаете, у меня все хорошо. А как насчет ваших детей? Как дела у них? Я обращаюсь к обращенным. Но нас смотрят миллионы людей. Аминь. Я не критикую. Но я не из тех, кто будет скрывать от вас правду. Как? Насчет ваших детей. Вы лежите в кровати, пьете кофе и думаете, что это нормально? О, нет. Как насчет ваших детей? Они должны быть в детской церкви, поклоняться, изучать Библию. А как насчет ваших внуков, ваших друзей, которые должны поддерживать связь с Иисусом? Слава Богу, что Он послал не ангела, а Сына Своего. Он отдал все. Я вас не обманываю. Я не из тех проповедников, что дают вам какие-то там три шага. Я не буду говорить, пожертвуйте сегодня, и вы получите во 100 крат. Вы должны вернуться к Богу. Разберитесь со Словом Божьим, начните читать Библию, применять Слово Божие в своей жизни, жить по закону. Я даже не дошел до своей иллюстрации. Ничего, можете использовать ее на свадьбе. Сколько вы хотите заниматься этим? От недели к неделе, да? Когда вам удобно, или вы хотите действительно отдать свою жизнь и положиться на Бога? Именно так приходят прорывы. Отнюдь не благодаря трем шагам. Время сеяния и жатвы связано с отношениями. Ведь иначе люди будут манипулировать с вами. Это точно. Вам нужно делать это, пока вы живы. Когда вы получаете зарплату, в вашей зарплате есть семя. Не все ваш хлеб. Любой фермер скажет вам, что в урожае
всегда находится семя следующего урожая. Что же мы делаем? Мы съедаем его, а потом мы просим у Бога прорыва, освобождения. Но Бог не может действовать вне своего слова. Вы должны посеять семя. Пока вы не посеете, вы не получите урожая. Вы должны сеять своего ребенка, свой брак, свой разум. Хватит слушать ерунду по телевидению и плохую музыку. Начните слушать христианскую музыку. Обновляйте свой разум по Слову Божьему. Начните думать о Слове Божьем, размышлять над Словом Божьим, строить новые шаблоны во имя Иисуса. Начните сеять правильное семя ради вашего будущего. Избавьтесь от всего негативного. Царство Божие действует по закону. Это закон сеяния и жатвы. Мы будем говорить об этом в следующий раз. Бог явился Исааку. Он пережил встречу с ним. Он услышал Бога. Есть люди, которые движутся куда-то, даже если не слышали. У них нет мира. Это видно. Они оправдывают это в голове, но ты видишь, что у них нет мира. Я не буду молиться за вас, потому что это не поможет. Ваш путь... Это ваш путь. Ваш путь. Ваш путь. Ваш разговор. Ваше оправдание. Мы забываем об этом, что движет вашими решениями. Что? Когда мы теряем его присутствие, сантименты, эмоции, логика, мозги, успех, сила. Что? Чти Господа в сердце своем. Так говорит Библия. Вот как жил Исаак, как ходил Авраам. И сегодня я хочу призвать вас к тому же самому. Не живите сами. Не живите сами по себе. Вы можете пойти туда, где вам будет казаться хорошо сейчас, но вы не знаете, что вас там ожидает, а Иисус очень любит вас. Вернитесь к Нему уже сегодня во имя Иисуса. Аминь.